незаконно. Это вот поиск выдали. А все, кто смотрит это видео, у вас красивые трусы. Фестиваль наполняют люди, в первую очередь, мои коллеги, которых я не так часто вижу, и Битфест – отличная возможность со всеми поздороваться, сфоткаться, поговорить, пообщаться, это круто. Ну, говорят, что вкусные бургеры. Поэтому здесь очень кайфово и очень клево. Приятно встретиться снова с друзьями. Наконец-то. Как только я выхожу, я сразу обретаю кучу просто подписчиков. С вами Эдисон. Мне 13 лет, у меня есть YouTube-канал по Майнкрафту. У меня нет фанатов, у меня зрители. И зрители – это отличное слово. Очень рад был со всеми повидаться. Я надеюсь, я всех порадовал и всем было по кайфу. Довольно плотненько, то есть сразу много людей, много камер. В принципе, люди работают, видно, что. Ну или нет. Это самая первая накрутка в интернете. YouTube? Где мои бабки? Были забавные персонажи. Ну что, жара! Ну, потому что крутые чуваки на сцене выступают. Можно сказать, такой мини-концерт прямо внутри фестиваля. Это здорово. Супер лакшери. А что, готов ради фанатов? А я готов жениться онлайн. Я не думаю, что вам это понравится. Не спать всю ночь, записывать ролики. На что готовы фанаты ради нас? О-о-о, ребята, это как положено. А по-другому не бывает. Здесь всем весело, здесь нет недовольных. Однозначный лайк. Я хочу, чтобы Битфест вырос, стал бы номером один. Да, ссылка вот тут вот. Вот здесь вот, что здесь, в описании ссылка. Короче, просто приходите на Битфест. В общем, спасибо Битфест. Не за что. Можно с вами сфоткаться? Всем пока. Руслан Усачев – самый главный человек в мире. Знаете Иисуса? Руслан его придумал для того, чтобы быть не таким уж самым главным в мире.